Всем привет, ребята, с вами Геймер, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Сансара. Значит, что у нас тут? Я чувствую себя таким маленьким, ну типа, блядь, ну ты же червячок, опа, письмо, письмо, так это у нас червяк, это письмо, сейчас запишем, и так, червяк, червь, письмо, окей, червь это письмо, все, так записали, значит, назад. Назад, назад, назад. Значит, телефончик, телефончик. Что у нас делает телефончик? Он не звонит. Самое интересное, что телефон не звонит. Или я не слышу. Он не звонит, да, он реально не звонит. Значит, лепесток. Не знаю, нахуй он мне нужен. Значит, что-то сюда теперь будем искать. Эх! Значит, надо что-то подложить сюда, я понял. Мужика подложить. Что это? Ебать! Куда ты полез? Где тут вот это огонек? А нахуя ты ему в рот полез-то? Путешествие по желудку, да, мужика? Так назад. Вот это нашел, хорошо. Значит, все четыре части нашел. Значит, первое это человек, это мужик. Первое это мужик, значит, да? А что она дает? Мне надо часы. А, так, вот как раз, смотри, значит, так, первый человек это S. Первое это S, где S? Вот, второе, так, рыба-квадрат. Рыба-квадрат это второе, да? Так, второе квадрат. Значит, третье это геккон, это третье, это треугольник. Это треугольник, а это у нас письмо. Так, яйцо птицы. Ебать, а чё за хранилище у мужика в животе было? Я не понял. Чё-то, блядь, у мужика в животе такое происходит. Блядь, здраво. Сосочки. Так чё это такое? Опа, ножик можно спиздить. Что-то разгребаем. Листик разгребли. Так, хорошо, замечательно. Ага, понял. Так, значит, листик еще один. Не, смотри, смотри, что мы делаем. Мы сейчас подставляем, забираем. Еще это телефон. Значит, откручиваем, достать. А, тут слушаем, да? Тут слушаем. Что мы слушаем тут? Вот так. Ага, понял, так вот так. Вот так. Так. Нет? Что-то не так? А, вот так. Ага, вот так. Лепесток, хорошо. Зашибумба. Так, мы нашли. Где мои лепестки? У меня 4 лепестка теперь есть. Так, хорошо. Раз. Так, два. Так, три. Это игра, скажи быстрее, чем куб был, реально быстрее. Так, яйцо. Пошли птичкой теперь будем птичкой. Значит, кем мы еще не были? Мы еще детем не были, мелким. Ебать, реально птицей стал, я-то думал. Так, что это за крючки? Кого повесить? Допустим. Так, стой, птица, тут нету знаков, нет символа. Хорошо, символы больше не нужны. Символы больше не нужны, значит, что мы ищем? Так, мы ищем яйца, да, правильно? А, они должны вылупиться, окей. Они должны вылупиться, значит, сейчас у нас утро. Вот так, утро, солнышко, да? И типа чё? Типа как? Не понимаю, ладно. Ага. Там белка, кстати, была. Так, что это бумаги? Значит, полдень. 14. Полдень 14. Значит, вечер пока не ясно. В ночь будет... Ладно, давай полдень 14, значит. Значит, тут пусто. Тут бумаги еще какие-то. Вечером после заката... Через ночной воздух ко мне прилетает сова. Луна больше, чем когда-либо. Снова смотрит направо. Сова смотрит направо.
расправляя крылья. Затем поворачивается, глянул на меня и говорит эти слова. Не забывай о своем предназначении, смотрит налево, затем говорит: тебе нужно стать чем-то еще, достичь просветления, смотрит мне прямо в глаза, когда солнце взойдет утром, поворачивает голову назад и затем исчезает. Значит, окей, понял. И тут единица, тут гиря. Значит, гиря, что гиря делает? А гиря равна. Гиря равна чему-либо из этого. Гиря равна чему-либо из этого. А, нет, она делит, то есть, то и то. В ночь. Это в ночь надо сделать, я понял. Так, значит, утро, 14 часов. Значит, ты мне дашь листик? Мне листик не дашь, да? Знаете, червячка. Да я тебя зарежу, блядь. На тебе спичку, поиграйся, окей, ладно, ты не будешь. Значит, что мне надо? А, повесить, так стой. Раз. Да? Нет? Окей. Давай гирю, раз. Нет? Окей. Значит, утро это 14 часов. 14 часов, это 2 часа. Хорошо, вот утро. Утро это 2 часа, ну. 200, блядь. Утро это 2 часа. Еще раз. Это полдень. А, вот. Утро. Утро неизвестно. Это полдень. Это вечер. Это ночь. Значит, мне надо утро. Или полдень. Что мне надо, блядь, вообще? Мне надо вообще закончить игру. Да нет, полдень, вот 2 часа. Ладно, полдень, 2 часа, окей. Полдень, 2 часа, значит, думаем, что дальше. Вот тут, что-то было тут сказано в книжке. Куда выше? Что-то в книжке сказано. Ну, это про сову, это ночью сова будет. Значит, тут что у нас? The into the night. В ночь. В ночь надо. Одна гиря равна единице. Чему-либо гиря равна. Гиря равна чему-либо. Но ночи у нас еще нет. Может, конечно... Ага. И что дальше? Мне ж надо все яйца собрать, правильно? Давай телефон посмотрим. Да. Значит, червячка, блядь, съешь. Я не знаю. Я чувствую себя свободно. Ну, блядь, ну ты ж птица, тоже понятное дело. Так, значит, что у меня есть? У меня нож есть. Значит, надо отрезать крылья. Этому слову. Оно улетает. Слово не воробей. Выпустишь, не поймаешь. Значит, яйца... А, это сова! Это сова будет. Хорошо, это сова будет. И что дальше? Не знаю. Так, это 2 часа я сделал, правильно? Значит, листовое. Червячок. Что тебе надо? Белочка, блядь. Рыбку на, спички на, блядь. Ну там же я все прошел, правильно? Может, у червячка я, конечно, ничего не прошел, но я не знаю. Так. Значит, давай-ка пока удалю вот это письмо нашей. Потому что оно мне тут не надо, вообще-то, удалить все. Человек, там, рыба и все, всякая всячина. Человек, рыба, всякая всячина. Значит, куда мы идем? Давай в горшок посмотрим. Семечко. У меня есть еще одна семечка. Давай-ка. А, блядь, я ж никуда не денусь отсюда, пока не пройду, правильно? Я, по идее, отсюда никуда не денусь.
пока не пройду, так как что? Ага, утро последнее. Ну так, 2 часа. Вот 2 часа, что-то мне нравится. 2 часа. 10, 11, 12. 2 часа. Один и четыре, что ли? Да нет. А чё так-то? А чё так-то? А как так-то? Чё так-то? Как так-то? Вообще? Сколько? Бля, 10 минут только записано, окей. Поехали дальше смотреть, значит. Чё по часам? Часы нельзя открутить. Нельзя открутить. Так, нож. Нож нельзя ничего сделать. Значит, давай-ка... Спички, блядь, проверим. Ну, не спички, а что? Давай фотографию. Ну, блядь, вот это я хочу понять. Что тут вешать? Как его тут повесить? И зачем мне еще спички нужны? И зачем мне нужны еще спички? А ну-ка, давай-ка. Слушай, у меня есть яйцо. Здорово. Ебать, что вы? О! Здорово. Здорово, ребята. Так, здорово. Что хотите? А, червяка. Знаете, блядь, червяк. А что теперь делать? Червячка не хочет. Ящерицу, нафиг, ящерицу. Рыбу. Отличающегося надо. А, блядь, иди туда. Понял. Да, блядь. Окей. Ага, рот открыл. Ага, надо на разных нажимать, я понял. Тот, кто меняется. Кто поменялся? Ты поменялся. Нет, да. Так, тебя. Нет, блядь, погоди, в смысле? Так, тебя. Ты поменялся. В смысле, блядь, не понял. Еще раз, ты поменялся. Ага, ты поменялся. Вот, рот открыл, смотри, видишь? А, ты поменялся. Ты поменялся. Этот вверх смотрит вообще. Да, блядь, он надо было, чтобы прямо смотрел, да? Сейчас, где? Так, еще раз. Открыл рот. Открытый рот. Да, блядь, закрытый рот. Fuck you. Да, это мы знаем. Так, вверх смотрит, теперь прямо смотрит. И теперь перо получаем, окей. Получили перо, далее что? А что, это не надо было ножом резать, да? Окей. Окей, что дальше? Что дальше? Дальше что? Белочка, у меня есть перышко. Ничего страшного, да? У меня есть перышко. Что мне дает перышко? Перышко, как я понял, мне туда надо. Тут оно мне ничего не дает. Может повесить его? Нет. Срежь его к чертям. Значит, ладно, давай-ка перышко положим. Давай перышко сюда положим. Пока что. Так, гиря пока не работает. Гиря не работает. Окей. Значит, сюда. Все хорошо. Это открыть нельзя. 2 часа. Опять, может, я что-то неправильно понял. Да просто перекладывать это все. Ой-ой-ой, ну не хочу я просто перекладывать это все. Так, наушники выпадают уже. Хорошо. Точнее, плохо. Значит, что если... Что по бумагам? А можно прожечь, просветлить тут как-то, не знаю. Так, ночь. Ночью надо что-то так сделать. Сердце и червяк.
деленное на вот это и вот это. И посередине гиря стоит. И это я понял. Ну это, блядь, ночь. Так, а чё с белкой делать? Ты хули прыгаешь? Ты, блядь, чё прыгаешь-то? Ладно, давай, давай на месте. Давай на месте, блядь, постой. Постой на месте, пожалуйста. Ну, выдержи. Алло, блядь. Алло, блядь. Постой на месте. Часы тикают, часы тикают, часы тикают. Часы тикают. А чё часы тикают? Не тикают. Типа всё, тут больше ничего не будет. Я думал, яйца надо будет ставить, а на неё надо яйца ставить. Значит, сюда чё? Сюда чё? Сюда ничего, блядь. Так, значит, чё мне надо выкинуть? Сюда это выкинуть, 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 выкинуть. Это вот сюда. Значит, у меня пока что есть нож и спички. У меня пока что есть нож и спички. Не знаю, с чем это связано, не знаю, реально не знаю. Что-то надо сделать с ножом и спичками. С ножом и спичками. А, ну это ночью, вот это письмо вроде как, правильно? А, вечером после заката, через ночной воздух ко мне прилетела сова. А, луна больше, чем когда... Так, солнышко, 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 солнышко. А солнышка нету, блядь. Опа, облако. Облака, облака стирают небеса. Ты знаешь, вот так, вот так и вот так. И что надо сделать? А что с облаками надо сделать? Типа в одну точку превратить или что? Опа, ящерица, так хорошо, ящерица. А нахуй мне ящерица? А, может ящерицу поставить надо? Гекон, так гекон, здрасте, гекон. Так это что такое? Это сердце. Нет? А геккон, а что мне дает геккон наш? А, типа на правильное место поставил. Так это сердце. Это рыба. А это что такое? А это не туда. А, вот это сюда, вот сюда. Вот так, хорошо. Или сюда. Или сюда. Вот сюда, вот так. Допустим. А, типа, по порядку, да? Вот, окей. А, ну, мышь так и лежит. Типа, снизу вверх. Снизу вверх. А что она мне дает? Значит, сначала червяка хорошо повесить. Червяка не хочет вешать. Червяка не хочет вешать. Что теперь делать? Так, первое это червяк. Нет! А, второй, нет. Ну, типа, я же соединил, правильно, нет? Разве? Как? Так, ну вот, сердце. Это же сердце, оно же так сердце показывает, да? Давай посмотрим. Так, блядь, стой. Стой! Вот так хорошо. Ну, куда сердце? Сюда, червяк. А, надо... Ай, блядь, надо, чтобы аж глазки появились. Вот, вот так, что дальше, что дальше, что дальше, что дальше, что, что это такое? Время, часы, часы, часы. Хорошо, это 4? Нет, не 4 сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сейчас это 5, а это 7, 5 и 7, 5 и 7, 5 и 7. Сейчас, да, 5 и 7, 5 и 7, 5 и 7, 5 и 7. 5, 7. Нет, вот так. 5 и 7. Так, погоди, не понял. Не понял, еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Значит, маленькая 7, другая 5. Большая 5, а маленькая 7. А я наоборот делал, да? А я делал наоборот. Окей, сейчас поменяю. Назад, вот сюда. Значит, 5, 5, 5. Так, тут 7, тут 5. Хорошо, так. Наступило уже. Опа. Это что такое? Это подсолнух. Подсолнух это белки. Белки в колесе надо. Так что это будет? Куда она? А нахуй она? Так давай. Чук-чук-чук. Позвони наверх.
Что наверх? Rise up, rise up, rise up. Так. А что мне с этим солнышком делать? Солнышко, блядь, что мне с тобой делать? Опа, опустили. Так, окей. Rise up, rise up, rise up. Rise up. Окей. Так, воздушный шар. Куда, блядь, улетел? Не понял. Так, еще раз. А, блядь, а шарик куда улетел? Только не говори, что я проебал. Rise up, да, rise up. Куда мне деть? Rise up, наверх. Так, ну перышко давай-ка вставим. А, вот я шарик, кстати, нашел. Так, значит, перышко вставляем. Тут шарик воздушный доставляем. Так, чья-то рука. Чья-то рука. Блять. А, обрезать, понял? Нет, не понял. Что тебе надо? Гирьку, что ли? Что тебе надо? Тут... Опа, надо, да? Что-то тут должно быть, да, лежать? Что-то тут должно лежать. Что-то должно... Только хрен знает что. И что, это рука дает? Нет! Стой. Сейчас. Так, допустим, вылазь. Вылазь! Мужик, вылазь. Вылези, пожалуйста. Будь добр. Так, как я тебя доставал отсюда? Как я тебя отсюда, блядь, доставал? Опа. Полетел. А нахуй? Ага, это обрезать. Спасибо. Лети. Так, здрасте. Тогда если это берем, это... Типа, куда смотрит, да? Только я не знаю, куда он смотрит. Песок. Песок и гири. Песок и гири. Опа! Земля. Так, подсолнух посадить. Сейчас посадим. Так, раз, готово, ебать. Солнышко расцветло. Так, растет подсолнух, да, еще? Созрел. Или не созрел? Ну, созрел, что дальше? Куда его дальше? Ну, маленький большой. Ну, блядь, ты чё? Чё делать? Где белка, ебать? Куда белка съебалась? Тут перо было. Куда белка съебалась? Алло, гараж. Так, что это значит? Что за глаза? Причём тут глаза? Расскажите мне, пожалуйста. Так. Телефон пока неизвестен, значит... Белки тоже нету, блядь. Белки тоже, бляха, нет. Значит, а зачем мне... А, это я понял. Так, это я понял. Не, иди сюда. Это надо будет под конец там использовать весы. Это же весы. И это весы. Да. Значит, это под конец будем использовать. Теперь. С ящика мы все достали? С мешка, точнее. Вырежи. Хорошо, значит. Смотрит наверх, право. Лево, блядь. Куда? Вниз. Это... Может, параллельный просто найти надо? То есть тут вот такая штука. А тут такая. Параллельная. А такой нет. Такой нет. Такой нету, такой нет. Такой нет. Нету. Что мне с весами делать? А, 19:25. Так, 19:25. А как я тогда выставлял 2 часа? Rise up, да? Rise up. Так, 19, так это 10, нет, это 7, 19:25. Хорошо, вот. Так, 19:25 стоит, окей. И что дальше? Стоит 19:25 наш. Срезать его надо, когда он на максимуме будет.
Или опустить вообще-то, знаешь. Опа! Опа, сейчас упадет, сейчас упадет, сейчас упадет. Да, семечко выпало, семечко, семечко подсолнуха. Это белки, это белки, это белки, это белки. Так, белка, белка, так, давай-ка, 14 часов. 14 часов, давай. 14 часов, 2-2-2-2-2, так, 2 часа. Наступило утро. Значит, так, хорошо. Где моя белка? Где моя, блядь, белка? Белка, на тебе семечко. Куда? Семечко. На тебе, блядь, семечко. А мне пирожка, давай гони. А, окей, так, подсолнух. Что подсолнух умеет? Подсолнух ничего, блядь, не умеет. Ничего не умеет подсолнух наш. А, значит, далее. Значит, далее. Rise up. Rise up. Это мы знаем. А, точняк, тут же облака. Тут же облака, блядь, облака. Так, 7 и 5. 7 и 5, 7 и 5 это было вроде бы, да? 7 и 5, 7 и 5 это было. Давай, 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 так, вот так вот. Хорошо, это вечер. Типа, здрасте. Или нет? Чё дальше? Пёрышко, пёрышко, чё с пёрышком делать теперь? Ну, солнышко нам уже не поможет, как ты видишь. Солнышко уже, блядь, пошло по пизде. Значит, пёрышко, пёрышко, пёрышко сюда. Пёрышко сюда. Ещё одно перо. Еще одно перо в часах, скорее всего. Либо у совы. А, у совы. Сова, сова потеряли. Только, блядь, надо... разгадать вот эту хуйню. Или же нет. Или же да. Че по времени? Полчаса. Полчаса. Я надеюсь, мы закончим эту серию когда-нибудь. Так. Есть, 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 нет. Так, окей, давай 2 часа, 2 часа, включаем, включаем 2 часа. Так, раз и два. Хорошо, так. 2 часа есть, значит, там было написано... Ай, блядь, это что все? О, ёба, свет. Это ж 7.25, это ж 19, это есть 7.25. А, ну да, в принципе, так есть. Night, 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 night. 15. Давайте плюс 5. Это сколько? Это сколько? Это 24 на 25. Это полночь, будет. 0-0-0-0-0-0-0-0. Так, что белка делает? Что белка делает? Она теперь семечко придет, окей. Значит, так, а что пишут? Ну, это райсап. Это райсап, это солнце встает. Подъем, давай, 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 подъем, блядь. Значит, сова, сова, сова. Так, сейчас сова будет. Во-первых, сова. Сейчас будет, так надо почитать еще раз. Вечером после заката через ночной воздух у меня прилетела сова. Луна больше, чем кажется. Сова смотрит направо. Затем поворачивается, глянул... Так. Расправляя крылья. Потом поворачивается ко мне, глянул на меня. Говорит эти слова. Не забывай о своем предназначении. Чтоб вдруг... Вдруг. Ничего не пропустил я, друг. Так, потом так, смотрит налево. И затем говорит. Значит, освещение, смотрит на мои глаза. Там, так, да, короче, понял. Теперь надо 0-0-0-0-0-0-0. Я понял. 0-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 
25. Так, 7, 25. 7, 25 есть, окей. Значит, теперь 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Нет, вот так давай. Рассвет будет 4. Ты видал, как я поменял? Неожиданно, даже для себя. Так, еще раз. Вот так. Хорошо, так. Вечер есть. Вечер с нами. Лучшими друзьями. Я не понимаю, что от меня хотят. Куда ты смотришь, блядь? Куда ты смотришь? Здорово, я чувствую себя свободно. Я тоже себя чувствую свободно, блядь. Давай, скажи, куда ты меня смотришь? Где ты это вообще увидел? Где ты эти символы, блядь, вообще увидел?
Там коробка есть. Там есть коробка, только, блядь, символы, которые я нигде не видел. А может и... А, нет, не видел. Я просто квадрат тут видел, где квадрат. Вот, квадрат, это типа письма. Я что-то посчитал это за письмо. Значит, далее. Этот мешок пустой, это пустое. Это пустое. Как? И чё, блядь, как это делать? Ну, ночью, блядь, то понятно. Ну, тебе, блядь, как это сделать? Погоди. Так что... Сейчас, где? Перья достаю. Достаю. А перья не достаются, ебать. А чё перья не достаются? Знаешь, давай-ка. Раз весы. Лё, реально, два весы. Два весы, давай. Два весы, блядь, весы. Два. Окей. Окей, значит, первая гиря. Два веса. Так, и тут раз. Два. Нет. Значит, а что если? Два. Три. Ага. Давай так. А, нет, сейчас. Чирек. Так. Хорошо. Здрасте. Что теперь будет? Ничего не имеем против. Стой, мне надо что, червяк? Сейчас посмотрим. Вот это то, что надо для наступления темноты. Сердце червяка. Ого, его это большой. А что так? Оно не работает, так слушай. Оно что-то не работает, так все. Гекон. Вот, идеально. Идеалочка, ёпта, идеалочка получилась. Ну что дальше? А, может теперь тут по телеку что-то скажу? По телефону, может? Нет, ничего не сказал. А, чё куда смотрит? Я не пойму. Чё куда смотрит? Чё это куда? А, так Так сначала налево смотрит, потом на... Не понял. Потом на меня, потом направо, потом на меня, или чё? Или как? Собака, расскажи мне, как ты еще раз смотришь? Значит, говорит эти слова, когда я попросил, или нет. Направо, смотрит направо, потом расправляет крылья, смотрит на меня, потом налево, потом опять на меня вроде. А, мне в глаза прям смотрит, блядь, смотрит у меня в душу. Это ночью надо сделать. Гиря равна единице. Гиря равна единице. Гиря равна единице. Гиря равна единице. Единица, единица. Чего? Единица чего? Как вызвать ночь? Как вызвать ночь? Как мне вызвать ночь? Листик срезать. Червячку дать. Или что? Как ночь вызвать? Подскажите. Это так не работает, блядь, друг. Это так не работает. Груз. Ну зачем мне был груз? Давай отрежем провода просто. Как вообще телефон до сюда дотянулся? Как провод дотянулся до сюда? Как провод дотянулся до сюда? Что-то я упустил, блядь. Что-то я упустил, не знаю что. Значит, груз. Так, окей. Значит, груз. Должно равняться единице груз.
Зика. Ах ты ж, блядь. А если так делать? А, надо напихать чего-то, да? Надо напихать чего-то, чтобы оно равнялось единице. Вот так. Хорошо. Вот так, допустим, можно? Так же можно, да? Или нельзя? Или что оно? Не понимаю, блядь, что вы от меня хотите-то вообще? Что вы от меня, вот, блядь, хотите? Вот что это такое? Что это такое? Ну, типа, раздели червяка и сердце на ящерицу и рыбу. Я это сделал, но мне это ничего не дало, блядь, вообще. Вообще ничего. Что, блядь, делать-то? Нет. Варианты кончаются, идеи кончаются, блядь, что делать? Скоро конец игры. Скоро конец игры, блядь. А я не могу понять. Вот это затуп, конечно. Вот это затуп, друг. Может, конечно, что-то я сделал не то. Но мне надо время найти, правильно? Мне надо время найти. Так, ну тут не открылось. Так, и надо последнее перо у совы получить. Допустим, хорошо, давай сюда положим это. И червяк. Туда рыба и... И какого? А чё так? А чё теперь перевес? Вот так, допустим. А, я там геккона, блядь, ложил, да? Я тут сердце, а тут червяк, и это было. И тут геккошка. Да, вот так я ложил. А так оно не должно быть. Так, давай рыбу еще раз. Раз, два. Ну, типа, так тоже сойдет. Разве нет? Гикоша. Ну, червяк, не, он ничего не делает. Ну, вот так можно разве что. Все. А, ну да, оно тяжелее будет. Оно будет тяжелее, значит. Так, окей, давай сюда сердце, давай сюда червяка, давай сюда геккона, давай сюда рыбу. Еще раз смотрим. Еще раз смотрим, как. Делить на вот это. И гиря должна равняться одному. Чему-то одному должна равняться гиря. Что к чему? Большой-большой секрет, ебать. Самсара Рум это просто, блядь, нечто. Знаешь, это как я вот с той игрой играл, вот же это, бум, как я, блядь. Куб-рум или, ну, короче, побег с Кубабу. Это тоже самая игрушка, я уже говорил, от того же создателя, только... Так, может, яйца спиздить надо, не знаю. Яйца пиздим. Не пиздишь яйца? Нет. Так, гиря. Так. Ну, блядь, я серьезно, Самсара Рум. Что еще? Что еще? Что еще, блядь, можно сказать? Это больше, больше ничего я тебе сказать. И что дальше? Допустим, давай вот так сделаем. Блядь. Не могу я уже в наушнике сидеть, чтобы ты понимал. У меня уже ухо чешется. Все, я не могу сидеть в наушнике. Телефон? Нет, стой. Стой, вот эта штука может должна опуститься. Я сомневаюсь. Знаешь что, давай вот сюда вот. Просто все вот сюда закинем. Значит сюда. Значит сюда. Значит сюда. И что, оно так не работает, да? Оно так не работает, как ты видишь. Thank you.
Ладно, давай вернем все наши приспособления. Что теперь делать? Что теперь делать? Моя твоя не понимать, блядь. Вот что это? Что это? Кто ты такой? Я. Что говоришь? А, raise up. Raise up. Raise up уже было у нас. I need help, ёпта. I need help, блядь. Помогите мне кто-нибудь это пройти. Я не понимаю, как мне это пройти. Опять облака, что ли? Но облака, что мне ничего не помогут. Это типа время вечера. Это время, вечернее время. Правильно? Правильно. Вернее время, ну. А, далее. 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 Закрыть. Ты чё, блядь? Вот это я с удивлением. Нихуя себе ты видел. А, я просто думал, может, в эти ячейки можно было положить. А не тут-то было, блях. Не тут-то было. Ну, стопудово тут что-то надо сделать. Либо это после совы будет. Либо это после совы будет, либо сейчас надо что-то сделать. Не, это после совы, я уверен. Я уверен, это после совы. А чё если... А чё если, блядь, ну я не знаю. Давай попробуем повертеть часы, хер его знает. Сколько у нас там было? У нас вот столько было, да? Сейчас 7.25. Да? Ну, допустим, там 25 было, да? Сколько оно поменяло? Так, 5 часов. 5 часов давай, 5 часов давай. Значит, так, 5 часов давай, в смысле, 5 часов. 5 это 7, 19, это 24, так это 0 часов. 0. 25, давай 25. 0, 0, 25. 0, 20, 0, 25. Блять, давай час 20, час 25. 2, 20, 2, 25. 2, 30, 2, 35. Да, блять, что-то не работает. Что-то не работает, что-то не работает, что-то не работает. Не знаю, что. Может, подсолнух? Что с подсолнухом? Земля выпала, типа солнышко. Село, село солнышко. Нету, блядь, солнышко. Я не знаю, я не понимаю. Объясните, пожалуйста. Мужик, у тебя что-то есть, может, нет? Что у тебя есть? Что у тебя есть? Что у тебя есть? Алло. Помахай мне ручкой. Помахай ручкой. Что, не нравится ручка, да? Не хочешь махать мне ручкой? Эй, скотина. Скотина не хочет ручкой махать. А я, блядь, не знаю, что мне делать теперь. Ик, что ж теперь делать? Знаешь, смотри, я отходил, ты этого не заметил, но я вернулся. Все-таки.
все-таки, блядь. Меня волнует. Меня что волнует? Я не могу сделать ночью. У нас из подсказок только вот это, что сова прилетит ночью, и это ночь. То есть, может, даже это не в ночь надо, а это будет ночь. То есть, это на ночь. То есть, блядь, чтобы, может, сделать ночь, это, может, что-то, не знаю, это как-то связано, не знаю. Но мы уже взвешивали, не знаю, ничего не получалось, блядь. Давай еще так, эта штука. Так. Перевес. Если поставить гирьку, то будет перевес все равно. Так, хорошо, давай-ка взвешивай. Так, червяк. Что делает червяк? Червяк это нихуя. Это ноль. Это ноль. Так, допустим, давай 1 килограмм возьмем. 1 килограмм. Давай еще раз так, червяк. Червяк это ничего, это вообще в жопу. Ага, это значит единица. Это единица. Сердце. Рыба. Тут это. Знаешь, смотри, вот это, если взять, значит, вот эта двоечка будет. Это двоечка. Значит, вот это троечка. Она будет больше. А червяк, да, нихуя ничего не надо. Червяка не надо. Значит, вот это двоечка. Это больше. Это двоечка. Значит, рыбу ложим. Значит, это больше, это четверочка. Значит, 2, так, 3, 1, это 4, это 4, дальше так. Типа так попробовать, что ли, или что, не знаю. Но червяк нихуя не дает, он вообще тут, блядь, не играет никакой роли. Ну ладно, давай попробуем, не знаю, 3-4 килограмма. Потому что у меня, блядь, идеи уже все нет. Если это не сработает, то все, это в жопу. Так, 3-4. Не работает, как ты видишь, блядь, не работает. Может, конечно, надо вот так. Да, не работает так. Может, 3-4, вот так. Ух ты ж, блядь, работает так, хорошо. Хорошо сработает, так у нас ночь. Здравствуйте, ночь. Здравствуй, ночь, меня сова зовет ты. Так, здрасте. Ну, что такое? Отрежь. Так, глазик, хорошо, глазик. Значит, вверх квадрат. Так, куда? Пойди. Шкатулочка мне нужна. Так, вверх квадрат. Так, туда, сюда. Ага. То есть лево, потом право, хорошо. Значит, лево, потом право, хорошо. Значит, лево квадрат, S, I, T. Квадрат, S, I, T. Так, T перевернуто. Так, квадрат. Квадрат, так, S, это S, I, это I, это T. Перевернуто. Хорошо, так открыли. Так, это часы. Нахуя мне часы? Ух ты ж, ёб твою. А, понял. Так, работает, хорошо. Так, не работает. Работает. Так, не работает. Хорошо, тут работает. Работают, всё, часы работают. Замечательно. И чё мне не дают? Где-то промежуток между вот этим и вот этим. Я понял. Между... это сколько? Это 7? Это 7, да. Это 7 и 8 и 9. 8 и 9. Так, 7 это 8 и 9. Так, привет, сова. Так, сначала налево, потом направо, потом на меня. Нет, сейчас, погоди. Значит, 7, 8, 9, потом. 7, 8, 9, потом. Значит, что сова делает? Так. Прилетает ко мне сова. Луна больше, чем кажется, да. Снова смотрит на этот смысл. Смотрит направо. Потом смотрит на меня. А, расправляет крылья. Потом смотрит на меня. И говорит слова. Так, окей. Сова, ты смотришь направо. Тихо, направо смотришь. Потом смотришь на меня. Нет, расправляешь крылья. Вот так. Потом смотришь на меня. Говоришь что-то. Так, смотришь направо. Смотришь на меня. Расправляешь крылья. Потом что ты делаешь, блядь, потом.
потом ты говоришь что-то, смотри налево, затем говорит, что еще, смотрит мне прямо в глаза. То есть налево, потом в глаза, когда солнце взойдет утром, она улетит. То есть налево и в глаза. То есть окей. Налево, значит, теперь смотрим. Так, смотри. Значит, направо раскрывает крылья. На минуту. Потом налево. Хорошо. И теперь наступает утро. Утро наступает с временем 7 и 8. 7 и 8. Значит, 7 и 8, 7 и 8, это хорошо. Так, 7 и 8, и 9, и 10. Так, что-то пошло не по плану, да? А, вот, 7. Так, вот, хорошо, наступило утро. Значит, сова улетела. Так, аист прилетел. Дай мне перышко, пожалуйста. Пожалуйста, дай перышко. А, тебе рыбку дать. Сейчас, блядь, дам рыбку. Так, или червячка. Опа-на, нож. А что, сюда нож можно было положить, реально? А сколько он весит? Нож двоечку весит, кстати. А спички можно сюда было положить? Серьезно, и спички можно положить туда. Так, хорошо, допустим. Значит, тебе что надо, птичка? Тебе рыбку надо, да? Че, еще жертву? На тебе, ящерицу. На тебе это. На тебе сердце вообще, блядь, сожри. Ебать, кто сожрала? Гирку на. Че, подавилась? Это кто? Ребенок! Аист принес ребенка, друг мой. Так, а где перышко? А перышко, блядь. А, сова мне не дала перо. В смысле, сова, вернись. Куда я с пером съебалась? Так, давай, смотри. Направо. Направо так смотрит. Потом на меня смотрит. Нет, направо. Смотрит направо. Распускает крылья. Смотрит на меня. Говори мне что-то. Скажи, блядь, что-то. Потом налево смотрит. Потом опять на меня. И все. И улетает. Да, блядь, не пойму. Вечером после заката. Через ночной воздух ко мне прилетела сова. Луна больше, чем кажется. Сова смотрит направо, расправляя крылья. Затем поворачивается, взглянув на меня, и говорит эти слова. Не забывая о своем предназначении. И затем говорит. Нет, смотрит налево. Так, смотри. Сейчас. Значит, Айр... Больше, чем кажется. Вот, смотрит направо, расправляет крылья. Смотрит на меня. Право крылья на меня. Потом лево. И опять на меня. Когда солнце взойдет, поворачивает голову назад. И затем исчезает. Ага, понял, так, сейчас. Значит, смотри, так, право на меня, значит, лево на меня, и вот туда. Вот туда, это вот сюда. Так, сова, здорово. А где сова, блядь, где мои крылья? Где мои крылья? Так, крылья, дайте крылья. А, стой, что? Что ты мне ногу поднял? И что ты, что это значит? Типа ты ногу поднял, а что дальше? Что значит, что ты мне ногу поднял? Не понял, блядь. Так, прикол я не понял. Отмена. Так, прикол я не понял. Еще раз. Может, семечку надо было дать? Нет? А что тогда делать? Что мне тогда делать, блядь? Что мне тогда делать? Сколько мы играем? Там конец скоро вообще? Ебать, почти час! Я думаю, на этом будем заканчивать. Ну, конечно, когда со временем разберемся. Я не знаю, конечно, насколько она затянется, эта игрушка. Но надо с Аистом разобраться. Может, конечно, надо перевести теперь на 2 часа. Давай на 2 часа перейдем. Хорошо, время утро. Перо никто нигде не потерял. Так, ребенок вот сюда.
Ну, конечно. А, стой, 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 стой. Может, он мне что-то сказал, что я не услышал? Нет, это не помогает. Так, давай-ка еще раз ночь. Еще... Нет, утро. Утро. Так, утро это сколько? Утро это вот столько. Нет, не вот столько. Вот столько. Нет, не вот столько. Вот столько. Вот столько. Хорошо, это утро. Где мое перо, блядь? Где мое перо? Это, скорее всего, ночью я с тобой пропустил. Сова должна мне что-то сказать. Что ты мне ничего не говоришь? Ну, смотри, совы нет, так, сова есть. А, налево она не поворачивала. Значит, направо повернула. Распахнула крылья. Посмотрела на... Так, посмотрела на меня. Направо повернула, распахнула крылья. Сказала что-то. Скажи мне что-то. Скажи что-то, пожалуйста. Скажи, блядь. Будь подругой. Я зарежу тебя нахуй. Так, теперь налево. И назад. А, налево посмотрела. И посмотрела на меня. Так, а хули, не понял еще раз. Так, посмотрела направо. Хорошо. Так, на меня посмотрела. Потом распахнула крылья, типа, налево. Посмотрела на меня и развернулась. Нихуя себе, вот это да. Так, перо вернули. Так, перо вернули, значит, ребенка завернули в пеленки и погнали. Значит, дресть, дресть, дресть. Опа, ребенок внутри дома, да? Дресть, куда? Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И все, конец. The end, ёпта. The end, это конец. Это конец. Мать, ребенок. Укутанный, типа. О, боги на свет! Я предношу тебе. Так, конец. Мы выпускаем ремейк в честь нашего 5-летия юбилея. Так, спасибо за игру. В общем, ребята, вот такая вот у нас была игрушка, загадочка. Че? Понравилось? Ставь лайк. Завайду. Можно будет потом посмотреть, что такое Завайду. Ну а с вами был Геймер. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Ставим лайк, подписываемся на канал, комментируем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.